Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также использовать технологии с максимальной пользой, надо обладать профильными знаниями. Для этого в Ульяновске проводятся уроки цифры. В пространстве IT-куб работники банковской сферы поработали со школьниками. Сегодня уже нет фактически ни одной отрасли экономики, социальной сферы, где бы искусственный интеллект не играл одной из ключевых ролей и не являлся бы драйвером роста. Искусственный интеллект – это уже не технологии избранных, это технология, доступная каждому. Это и голосовые помощники, боты, которые делают нашу жизнь проще и быстрее. Бизнес-аналитику также сложно представить без современных технологий. Работники банка рассказали старшеклассникам о новых эффективных разработках. Урок цифры – это федеральный проект. Его создали в 2018 году. В нем участвуют ведущие компании. Это и соцсети, и крупнейшие IT-компании. Сегодня мы рассказываем об этих технологиях вместе с нашими партнерами и друзьями. Жизнь IT-кубов, как центр цифрового образования, она очень насыщена, и мы стараемся, чтобы и в каникулярное время, и во время обучения программа была очень насыщенной. Напомним, в IT-кубах школьники изучают языки программирования и виртуальную реальность. Этой осенью запустили новое направление – пилотирование дроном. Все уроки бесплатные. Достаточно записаться на сайте или на страничке ВКонтакте. Виктория Черкова, Герман Баранов. Олправда ТВ.